Ничья – это мало для нас в этой ситуации. Там нам тяжело сейчас, и, конечно, на сегодня должны выиграть. Но это не использовали наше задание сегодня. Думаю, что оборонялись хорошо, и борьба на поле была хорошая. Как должен быть каждый матч. Сегодня не получился, там не забрали 3 очка, но вот должны забить сразу. Помнить, как борьба была на поле, и просто это задержит мотивацию. И, конечно, думаю, что последних 10-15 минут неплохо играли. Но вот, должны там сделать больше шанс, больше удара по вороту. Но сегодня противник хорошо оборонялся, и они использовали, думаю, их задание сегодня против нас. Вот что могу больше сказать. Сейчас ЦСКА, хороший дерби. Если задержим такую борьбу, как сегодня сделали на поле против Амкара, с нашими болельщиками дома, я думаю, что будет хорошее, потому что есть время изменить традицию в этом сезоне.